разъезжала по дорогам поселка Доровской в пьяном виде и попалась сотрудникам полиции. При проверке документов выяснилось, 41-летняя местная жительница уже не первый раз села за руль под шофе. Материалы дела нарушительницы передали в суд. Суд согласился с мнением государственного обвинителя прокуратуры Доровского района, назначил наказание в виде 10 месяцев исправительных работ с лишением права управления транспортными средствами на 2,5 года. Суд конфисковал автомобиль, которым незаконно управляла автоледи, находясь в состоянии алкогольного опьянения.